Saban Films. Highland Film Group. Ingenious. Saban Films представляет. Highland Film Group в сотрудничестве с Pride of Gypsies представляет. Hustle Free представляет. Производство в сотрудничестве с Tinker Production и Narrative Capital. Дикий. Джейсон Момоа. Гаррет Дилахант. Джилл Вагнер. Брэндон Флетчер. И Стивен Лэнг. Кастинг-директор Нили Эйзенштейн. Художник-постановщик Ра Арансо Парайн. Художник по костюмам Кристин Кенни. Главный оператор Брайан Эндрю Мендоза. Монтажер Боб Бонс. Композиторы Джастин Смол и Охад Беншетри. В соавторстве с Алексом Патриком, Робом Блэки и Джоном Вэтчером. Продюсер Майк Нилан. Продюсеры Джейсон Момоа и Брайан Мендоза. Продюсер Молли Хессел. Сценаристы Майкл Найлан и Томас Па Сибет. Сценарий написан Томасом Па Сибетом. Режиссер Лин Одинг. Это последняя партия? Да. Ладно, мы готовы. Эй, Джо, у меня перерыв. Перерыв, да? Да, слышал, что это такое? Нет. Надвигается метель. Оставайся тут на ночь, поедешь утром. Нет, так лучше. Завтра я должен вернуться, еще есть дела. Ладно. У тебя есть цепи? Да, есть.
Попадешь в метель, хорошо закрепи бревна цепями. Ты что, учишь меня? Я знаю. И вообще, если погода совсем испортится, остановлюсь в твоей хижине. Если поедешь сейчас, то успеешь. И держись подальше от моей хижины. Езжай осторожно. А как же, приятель? Как ты узнал, что я здесь? Птички начирикали, вот как. Они стали чирикать, потому что я близко подобралась к их гнезду. О чем еще они тебе пели? А? О полнолунии. Нет, не надо, перестань. Скучала по мне? Да, прошло целых 3 дня. Прошло 5 дней, дорогая. Шарлотта, давай спасай маму. Не надо! Слезь с меня, нет, не смей. Лучше поцелуйте меня, ну-ка давай. Суп на плите, и меня поцелуй. Увидимся вечером. Ладно. Увидимся вечером. Если ты не заснешь к тому времени, как я вернусь, буду считать, что это прелюдия. Что это? Понятия не имею, о чем это она. Где твой дедушка? О, вешает новогодние гирлянды, там. А, да, гирлянды, это у него целое дело. Он в гараже. Удачи. Ну ладно, пойди-ка налей мне супа. Шарлотта, ты хочешь братика? Мисс Брейвен, до вечера. Давай. Вот я вернусь домой, Джо Брейвен. Вот я вернусь. Люблю тебя. Эй, папс. Привет. Что делаешь? Я хотел кое-что найти. Гирлянды. Они тут, пап. О, я думал, они должно быть где-то здесь. Клади вещи на свои места. Ты всегда кладешь их туда, где они должны быть. Я стараюсь. Твое здоровье. Что это? Это портер. На вкус как дерьмовый молочный коктейль. Ужин готов, пошли. Пап? Да? Ты снова уснул? Нет. Ага. Ага. Да. Хочешь сказать, что я врунишка? Перестань. А? Ты всегда засыпаешь. Потому что уже пора в постель. Держи, Пигги. Но ты не закончил читать сказку. Правда? Да, правда. Ладно, на чем мы остановились? В лесу животные играют в прятки. Медведица Беттани прячется в своей берлоге. Она засыпает, и друзья не могут ее найти. После зимы наступает весна, и получается, что медведица всех в лесу в прятки обыграла. Конец. Буп. Перестань. Спокойной ночи, Хрюшка. Не делай так больше. Люблю тебя. Я тебя люблю. А я доделала браслет для дедушки. Можно ему отдать? Он наверняка спит, дорогая. Да и тебе пора спать. Отдадим ему завтра. Выключай свет. Люблю тебя. Папс.
Бар Тринити. О, боже, только не он опять. Эй, пап. Алло. Джо, привет, это Майк из бара Тринити. Слушай, тебе лучше прийти сюда. Да, твой отец снова здесь. Простите? Нам пора домой. Оставьте ее. Пошли, дорогая. Я не... Эй! Джо? Я понял, я сейчас приеду. Линдон, нет! Что случилось? Папа снова в том баре, скоро вернусь. Хорошо. Ты как? Нет, нет, я понимаю. Я понимаю. Хорошо, спасибо, Харрис. У парня, с которым он подрался, условно-досрочное освобождение. Так что он не хочет выдвигать обвинения. Но проблема остается, Джо. Мне больно видеть твоего отца таким. Но это снова произошло, поэтому мне придется его арестовать. И тебя тоже. Да, я понял. Мы закончили зашивать рану, потому что была травма головы. Папа! Привет, дорогая. Папа, что с твоим лицом? Я боролся с дедушкой. Как он? Мы только что закончили накладывать швы. Иди проверь, как дедушка, ладно? Хорошо. У него травма головы, я назначил томографию. Как он выглядит? Нормально. Но как он ввязался в драку? Он принял ту женщину в баре за свою жену. Это я виноват, я должен был следить за ним. Когда вы на работе, он дома один? Ну, я планирую свое расписание на то время, пока нет Джо, но иногда бывают накладки. Видите ли, с прошлогоднего случая его психическое состояние ухудшилось. Позвольте, я поговорю с другим неврологом, он проведет тщательное обследование. Нет, мы не хотим. Тогда я предлагаю вам подумать о другом пути решения проблемы. Я не отдам отца в дом престарелых. Слушайте, есть же разные варианты. Он готов идти домой? Просто подумайте об этом, Джо. Да. Ладно, малышка, поехали домой. Тебе пора спать. Хорошо. Пока, папа. Увидимся дома. Да. Это дочка Донни? Да? Это Шарлотта, пап. Она твоя внучка. Да-да, точно. Да. Шарлотта, да. Поедем домой, да, пап? Поехали.
Готов, ублюдок? Эй, не вздумай врубать заднее. И как часто ты так едешь на север? Где-то раз в 2 недели. Ладно. А другие водители берут этот рейс? Мы больше никого не впутываем. Почему нет? Все так расширяются и продвигаются. Ты больше никому не доверяешь это дело? Дело не в доверии. Просто я больше никого не хочу впутывать. Поэтому ты так и останешься долбанным водителем. Я не против. Просто беру свои деньги. Тормози! Какого черта? Боже мой. Какого черта, приятель? Черт подери. Что за нафиг? О, Господи. Что это с тобой стряслось? От тебя требовалось только вести гребаный грузовик. Нам нужно убрать все это, пока нас кто-нибудь не увидел. Блин, принеси мою сумку и топор. Блин. Ты где? Здесь, здесь. Дай мне фонарик. Тут? Давай, вскрывай его. Вот так. Мой грузовик. Вот дерьмо. Это мой, блин, грузовик. Забей. Открывай бревно. Давай, чувак, быстрее. Боже, тут куча наркоты. Знаю, аж член встает, да? Давай, загружай все в сумку. Давай в сумку. Вот, блин. Черт. Блин, надо его потушить, приятель. Надо избавиться от наркоты до приезда копов. Давай покончим с этим. Чувак, лучше подумай, куда мы пойдем. Ладно. Мы не так далеко от хижины моего босса. 3 километра по дороге. Спрячем там. Ладно, пошли. Дорогой, что ты делаешь? Почти час ночи. Я почти закончил. Иди в дом. Джо. Посмотри на меня. Ну-ка. Я не хочу отдавать своего отца в дом престарелых. Он самый сильный человек из всех, кого я знаю, но... Посмотри на него теперь. Я не хочу, чтобы Шарлотта видела его таким. Я знаю. Но мы семья. Так ведь?
И мы пройдем через это. Может, это не должно быть только наше решение. Ты можешь поговорить с отцом. Отвези его в хижину, чтобы только вы вдвоем. Ты же знаешь, что ему там нравится. И просто начни этот разговор. Эй. А вот и хижина. Слава богу. Ты уверен, что сюда можно? Да, Джо сюда не собирался. Вот, блин. Хорошо. Давай, пошевеливайся. Здесь же мороз. Держи. Ладно, хорошо, заберем завтра. Блин. Чувак, я замерзаю. Так возьми его, если холодно. Чувак, я пытаюсь с тобой поделиться. Забери это гребаное одеяло. Стой. Слава богу. Блин. Все нормально, расслабься, не волнуйся ты так. Отель-мотель Гринвуд. Спасибо, сэр. Тупой ублюдок. Все, веселишься, да? Этот грузовик на дороге, моя жизнь. Пусть лучше тебя беспокоит касса. Мне надо позвонить, так что заткнись. Ресторан у Лео. Еда на вынос. Как дела, Касан? Есть хочешь? Блинчики тут очень даже неплохи. Слушай, я знаю, что я облажался. Но я все исправлю. Прошу, дай мне шанс. Черт. Ну? Небольшая проблема. У меня ничего нет с собой. О, нет. Но у меня есть целая партия. Послушай, приятель, знаю, ты хотел, чтобы я перевез за несколько раз, но я решил перевести всю партию разом. Гениально. И где она? Она у нас, приятель, мы ее спрятали. Все нормально. Проблема в том, что грузовик перевернулся, и приехали копы. Мой друг Пит обо всем позаботился, об этом не волнуйся, все в порядке. Вели Питу оставаться дома. Я еду. Здесь не разрешено курить. Ты где вообще? Я попрошу его затушить. Все нормально. В одном дрянном отеле. Сэр. Все хорошо, мэм, я разберусь. Где мы, Уэстон? Отель Гринвуд, комната 8. Мы в отеле Гринвуд. Комната 8. Черт. Затуши ее, кретин. Кретин. А сейчас будет больно.
Доброе утро. Привет, пап. Привет, дедушка. Эй, дай-ка на тебя посмотреть. Эй, ты сделал его для меня? Да. Спасибо. Эй, пап, как себя чувствуешь? Хорошо, все хорошо. И мне кажется, я готов вернуться к работе. Думаю, тебе лучше взять выходной, пап, ладно? Может, мы поедем в хижину? В хижину? Зачем? Ну, поможешь мне закрыть ее на зиму. Твой отец в первый раз попросил меня помочь ему в чем-то. Ладно, поехали. Я тоже хочу, пожалуйста. Я возьму тебя на охоту. Может, я исправлю ту плохую привычку, которую ты перенял от своего отца. Знаешь что? Я сегодня не работаю, поэтому мне понадобится твоя помощь дома. Ну, мамочка, пожалуйста. Не смотри на меня так. Нет, мэм. И на меня не смотри. Папа, я редко тебя вижу. Шарлотта, послушай, за мной должок. Обещаю, возьму в следующий раз. Ты всегда так говоришь. Вся в тебя. Слушай, я уже готов, так что собирайся, что ли? Ну ладно, не против, если я сначала поем. Я поведу. Не надо, пап, я сам. Ну ладно. Устраивайся поудобнее. Черт. Привет. Привет. Черт подери, твой новый любимчик, да? Отличный прикид, чувак. Кто твой друг? Это Уэстон, он покажет дорогу. Хорошо. Давай ты садись в джентри, а ты можешь поехать с нами, Уэстон. Салют, чел! Эй, полегче! Ну, привет, что ли? Как ваше ничего? Отлично. Электричество есть. Давай откроем шторы, впустим свет.
Ничего-то в этой хижине нету. Принесешь дров? Да. Держи. Я могу с тобой поговорить, пап? Может, приготовишь кофе? Да, да, минутку. Я могу задать тебе вопрос? Ты помнишь, что случилось вчера вечером в баре? Я с кем-то не сошелся во мнении, в результате 11 швов. Да, я помню. Ты схватил одну женщину за руку и пытался увести ее. Все решили, что ты принял ее за маму. Нет, я так не думаю. Ты помнишь, что Шарлотта была у тебя в госпитале? Эй, что это вообще? Чего это ты? Что это за вопросы? Врач сказал, что за тобой надо по-другому присматривать. А за мной вообще надо присматривать? Нет, но когда ты уходишь и вытворяешь такое... А что еще сказал доктор? Меня надо куда-то поместить, например, в дом престарелых, да? Нет, мы не будем этого делать. Но мы должны поговорить о каких-то других методах. Поговорить, да. Позволь кое-что скажу. Когда отец отдал мне лесопилку, в этом не было необходимости, потому что он еще мог сам работать, и я тоже. Я не списал его со счетов и не отправил в чертов дом престарелых кучки слюнявых, писающихся старых идиотов. Я не собираюсь отправлять тебя в дом престарелых. Еще бы ты собрался, черт возьми. Пап. Да. Иногда я о чем-то забываю, так? А ты... когда-нибудь падал с высоты 12 метров, да еще, чтобы полет твой резко прервался ударом об вертолет. Посмотрел бы я на тебя тогда. Умник. Пап, я не хочу ругаться. Я просто хочу поговорить. Да? И что, разговор получается таким, как ты хотел? К черту это все. Черт, остановите здесь. Вот, блин. Я думаю, похоже, что Джо там. Чувак, о чем ты болтаешь? Ты сказал, сумка будет в безопасности. Ну ладно. Отсюда еще есть дороги? Нет, это единственное. Есть еще тропинки, которые ведут к ущельям в Blue Mountain. Но нормальная дорога одна. Хижина где-то в километре отсюда. Телефон ловит? Здесь нет. Может, только наверху горы? Ладно, возьмем под контроль дорогу на 140 метров. Клей, Луизи, ваша восточная сторона. Ридли, Эссингтон, ваша западная. Зажмем его по бокам. Берите оружие. Йоу, Джай Джо, дай мне такую. Эй. Слушай, я знаю его, позволь мне с ним поговорить. Скажи ему. Поговорить с ним, блин? Нам надо просто вернуться туда и забрать свое. Все, кто по-крупному не облажался за последние сутки, поднимите руки. Закройте рты и делайте, что приказано. Вперед. Что за...
Тут защелка повреждена. А это что за ерунда? Не знаю. Да. А ведь там снаружи следы. Много. Повсюду. Привет, папочка. Шарлотта, что ты здесь делаешь? Мама знает, где ты? Я оставила ей записку. Ты что, в машине спряталась? Да. Детка, ты негодница. Пап, поехали. Все на позиции? Еще нет. Почти. Пап, прости. Садись в машину. С ним в машине еще мужчина. Убей обоих. Что? Что-то не так. Давай. Малышка, пригнись, пригнись. Не смог открыть огонь. Переходим к периметру хижины. Эссингтон, на тебе задний восточный угол. Луизи, передний восточный. Ридли, твой передний западный. И Клей. Задний западный. Дайте знать, как займете свои позиции. Поехали. Ты можешь сесть на место взрослого. Зараза. Закрой шторы, пап. Что происходит? Все будет хорошо, детка. Все будет хорошо. Пап. Все будет хорошо, золотце. Веришь? Рация в гараже. Можешь стрелять. А ты как думаешь? Пап. Все будет хорошо, детка. Нам с дедушкой надо кое-что уладить. Я могу помочь. Постарайся не высовываться. Очень важно, чтобы ты не открывала эту дверь никому, кроме меня, хорошо? Хорошо. Ладно, детка, заходи. Люблю тебя. Скажите, когда будете на позициях. Понял. Задняя восточная сторона. Задняя западная. Понял. Передняя западная. Понял. Передняя восточная. Удерживайте позиции. Сы, пока сумка не окажется у нас. Да.
Это Джо Брейвен из Blue Mountain. Прием. Это Джо Брейвен из Blue Mountain. Прием. Это охота и рыбалка. Говори, Джо. Это Джо Брейвен. Да ладно, чего мы тут стоим? Дайте пушку, я сам пойду заберу. Ты знаешь этого парня? Да. Что можешь о нем сказать? Сколько их там? Как минимум 4. Но ты должен увидеть это. Вот ублюдок. Да. Что собираешься делать? Я с ним поговорю. Не-не-не. С таким количеством наркотиков они сюда не говорить приехали. Они проверят тебя на вшивость, убьют, а потом придут за нами. У меня есть идея. Сукин сын. Эй, ты знаешь, что делаешь? Думаю, да, пап. Почему бы тебе его не привезти? Слушай, там его семья. Давай потом вернемся. У него наша наркота. Просто приведи его. Он выходит. Луизи, Ридли, подбирайтесь сзади. Посмотрите-ка. Мне так жаль, приятель. А, мистер Брейвен, простите, что нарушили ваш покой. Да. А где, блин, остальное? Если выстрелите, мои ребята сожгут вторую половину. Ладно. Вы уйдете отсюда. И через час встретимся в городе, в кафе Уэйверлин. Я принесу остальное, и вы больше меня не увидите. О, нет-нет-нет, к черту, ты живо отправляешься в дом и отдаешь вторую половину, козел. Нет, Джо, я не хочу ехать в город. Таких горожан, как я, там не особо ждут. Кроме того, вдруг я столкнусь со Стефани или Шарлоттой. Я здесь не для того, чтобы убивать хороших людей. Я хочу лишь взять то, что принадлежит мне. Джо, просто делай то, что они говорят, и... Так почему бы тебе не пойти в дом и не отдать мне ту половину, и потом мы уйдем? Можешь сделать это для меня, Джо? Пожалуйста. Да. Следи за ним. Ты знаешь, если мы отдадим вторую половину, мы покойники. Я вижу стрелка в лесу. Хочу его пристрелить. Еще рано, пап. Нам надо увезти отсюда Шарлотту, а потом я вернусь за тобой. До тех пор просто жди. Вас понял, сэр.
Привет, детка. Вот и я. Ты большая молодчина. Пошли. Все будет хорошо, веришь? Нам с дедушкой скоро понадобится твоя помощь. Я готова. Ты моя сильная девочка. Жди здесь, я сейчас вернусь. Они у тебя под прицелом? Да, да. Жди моего сигнала. Когда мы получим вторую половину, убейте их всех. Понял. Понял. Да, да. У него сумка! Черт! Черт подери! Ты со мной! Уберите второго! Второй этаж! Черт! Никто не выйдет из хижины! Езжай! Нет, блин! Эй! 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 Мне нужна гребаная пушка! Блин. Шарлотта, ты помнишь план? Да. 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 Добираешься до вершины и звонишь маме. Хорошо. Люблю тебя. Беги. Скорее, скорее. Давай же. Стой! Заглушу мотор. Подожди. Главная дорога в той стороне. Почему он петляет? Ты чего? Он не пытается убежать. Он возвращается в хижину.
Я пойду наверх, попытаюсь занять позицию. А ты подведешь его ко мне. Шарлотта. Шарлотта, я жду тебя, милая. Мама, я уехала с папой. Хорошо. Он на твоей стороне ранен. Забери сумку и убей его. Сумка у меня. А где Брэйвен? Я его найду. Кассен, Джонни. Джентри, повтори. Не понял тебя, Джентри. Пожалуйста, ответь. Джо. Мама. Шарлотта. Шарлотта. Как ты могла так вот убежать? Подожди, мам, в нас тут стреляют какие-то мужчины. Что ты сказала? Они стреляют. Приезжай к большому камню в Blue Mountain. Где ты? Алло. Шарлотта, милая, связь пропадает. Алло.
Если вы хотите позвонить. Черт. Шериф Ослер. Привет, Кэл. Это Стефани Брейвен. Слушай, Джо сейчас в Блу Маунтин. Кажется, там какие-то проблемы. Проблемы? Да, Шарлотта позвонила. Звонила и сказала, что в них стреляют. Я не знаю, пропала связь. Я пыталась перезвонить, но не могу дозвониться. Хорошо, мы проверим. Я сейчас туда еду. Нет, не нужно, мы все решим. Только поторопитесь, пожалуйста. Диспетчер, это Ослер. Мы с помощником Харрисом отправляемся в Блу Маунтин на вызов. Сообщим, когда приедем. Что случилось? Стрельба в хижине Брейвена. Поехали. Слушай, это, наверное, какие-нибудь дети стреляют поди по банкам с забора. Пошел ты к черту. Хреново. Черт. А я думаю, дочь Джо была в той хижине. Ридли, иди на вершину горы. Наверняка девчонка пытается позвать на помощь. Эссингтон. Слушаю. Двигайся к западной стороне хижины. Будешь прикрывать. Клей, ты займи позицию сзади. Когда сумка будет у меня, мы убьем всех этих ублюдков. Клей, сумка была еще одной ловушкой. Он направляется к тебе. Беги по тропе на восток. Я тоже бегу. Зажмем его по бокам. Конец связи. Пытаюсь найти. Клей, найди дорогу для квадроциклов. Он туда вернется. Наркотики все еще в хижине. Эссингтон, Холлет, удерживайте периметр. Не вступать в перестрелку. Не давайте ему повода сжечь наркотики. Yes.
Черт! Промахнулся! Блин! Надо бы его пристрелить. Тупой гребаный индеец. Блин. Клей! Клей, ты его видишь? Пока нет. Вон там. Бежим. Эссингтон, Джо направляется туда. Переходи к восточной стороне хижины, рядом с тропой. Посмотри, может, оттуда попадешь в стрелка. Убей его. Чертов ублюдок. Нет! Блин! Убейте его! Папа! Папа! Папа!
Папа! Папа, папа, это Джо! Папа, это Джо! Это Джо! 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 Папа, это я! Папа, ты Линдон Брейвен! Ты Линдон Брейвен! Ты Линдон Брейвен! Я твой сын! Я твой сын, ты Линдон Брейвен! Я твой сын! Твой сын! Тише, тише, папа! Вперед! Мы уходим отсюда. Давай. Давай, папа. Давай, папа. Хорошо. Вот так, папа. Давай, давай. Я рядом. Давай. Хорошо. Садись, садись, садись. Давай, садись. Пап, посмотри на меня. Посмотри на меня. Мне нужно, чтобы ты подождал здесь, хорошо? Хорошо. Будь здесь. Я пойду с тобой. Пап, я сейчас вернусь. Джо. Будь здесь. Шарлотта. Шарлотта, беги. Беги к дороге. На вас главные боковые входы. Я зайду через черный вход. Мы сейчас же захватим эту чертову хижину. Черт. Oh.
Кэл, остановись, это Шарлотта. Маме и папе нужна помощь. На них нападают какие-то мужчины. Поехали к хижине. Диспетчер, это 101-й. Отправьте свободные патрули в хижину Брейвина, Блу Маунтин. Поехали, Глен. Брайван! Брайван! О, черт! Черт, черт! Папа! Брайван! Папа! Папа! Вот и он. Отпусти его. Отпусти. Брось топор. Отпусти его. Брось долбанный топор. Отпусти его. Я войду в дом, возьму сумку, и ты уедешь, хорошо? Принесешь мою сумку? Да. Ты сейчас принесешь мне сумку? Да, прости. Я с самого начала так и хотел. Принесешь еще сумку с игрушками? Пошел ты. Отпусти его. Он не знает, что происходит. Он болен. Прошу, пожалуйста, отпусти его. Отпусти. Ты это сделал. Сынок, пожалуйста. Ты это с ним сделал? Нет! Да, старый хрен! Нет! Да! Эй! Нет! Нет, пожалуйста, нет! Черт! Сынок! Папа! Нет. Нет, нет, папа. Папа. Нет. Боже. Нет. Джо. Нет. Это Кэл. Стрельба в хижине Брейвена. Нужно немедленное подкрепление. Джо! 101-й, это 112-й прием. Ранен офицер полиции.
Не двигаться! Поднять! Родная, ты в порядке? Все нормально. Где Шарлотта? Я не знаю. Сейчас пойду искать. Думаю, копы здесь. Иди по этой тропе. Найди их. Найди нашу малышку, хорошо? Да, конечно. Джо, где папа? Найди ее. Ты как? Нужны пожарные и медики. 10:33, прием. Медицинская бригада в пути. Скорая уже едет. Глен. Стефани, пригнись. Шарлотта в машине, жди там. Мамочка, мама! Детка, детка, золотко, ты в порядке? Да. Боже, боже. Сейчас, погоди. Oh.
О, Джо! У тебя, блин, все еще ко мне вопросы. Давай, ублюдок. Давай. Давай. А, сейчас ты получишь. Ты сильный ублюдок, Джо. Я тебе покажу. Что происходит, Джо? Хочешь, чтобы я в него наступил? Что это? Медвежий капкан? Я выпотрошу тебя, Джо. Выпотрошу твою жену и твою маленькую дочку. Как я сделал это с твоим стариком. Джо. Джо. Папа. Папа. Шарлотта! Папа! Джо! Джо! О, Боже! Ты в порядке? В порядке. Слава Богу! Слава Богу, ты жив! Папа! Я в порядке. Все хорошо. Все хорошо.